Всем привет! И история сегодня о том, как от меня ушел клиент. Ну, вашему вниманию вот эти потрясающие кадры. Только давайте сразу договоримся, ладно? Вот сейчас не надо писать, Алена, ты за хейтила другого мастера. У меня прям есть вообще на это все причины. Вот, ну ладно, если честно, от меня не клиент ушел, а модель. И не просто модель, а мастер моего салона. В общем, так случилось, что в декабре у меня было много мероприятий, много поездок, и мой мастер типа как бы не смогла ко мне записаться. Хотя, честно вам сказать, она не очень-то и старалась. Ну, в общем, закралась ей в голову такая мысль сходить в другое место. Я чуть позже расскажу, куда конкретно она пошла. А сейчас вашему вниманию вот это чудо. Ну вот правда, я при всей своей там максимальной лояльности, которая только может быть, не могу придумать оправдание вот этому вот всему, потому что эти ногти стоили 2500, блин, рублей. 2500 рублей, и все это под лозунгом «я пошла моделью». Моделью. Хорошо, моделью я понимаю, да, что там могут быть какие-то косяки, но за 2500 рублей можно было нормальные ногти у нас в салоне сделать вообще-то, а не вот это вот все. Но так или иначе. А, и вишенка на торте, знаете какая? Это знаете кто? Это тот мой мастер, которому я ставила коррекционную систему. Ну, там я, точнее, не там, а я вот туда вот куда-нибудь этот ярлычок прикреплю. Вот, и посмотрите, что она сделала с ногтями. Я ей их восстанавливаю, а она вот... Тут, кстати, моделирование на нижние формы. Да, вот не на верхние. Сначала подумала, что на верхние, поэтому они куда-то вверх улетели. А оказалось, нет, на нижние. Там дальше будут еще разные интересные ракурсы. В общем, сегодня будем вот эту вот прелесть переделывать. И, собственно говоря, почему я решила эти ногти снять? Не потому, что там что-то, а потому, что у меня в салоне есть такое правило. Все, кто работают в моем салоне, все мастера, получают все услуги внутри салона. То есть маникюр, о, 3 миллиметра, ну простите меня, это борщ. И вот это вот, ну не знаю, если у кого-то есть версия, то можете написать, что бы это могло бы быть. Но там была липкость, хотя вроде на нижней форме. Не знаю, как туда попала липкость и как это вообще произошло. Ну вот оно было так. Честно. О боже. Ну ладно, мы все когда-то совершали ошибки. Не поспоришь здесь. Но, опять-таки, сейчас просто почему такое предисловие, да, я просто сейчас расскажу, кто конкретно делал эти ногти. Конечно, я не скажу имени, но я объясню, что это был за человек, и почему я так об этом рассказываю. Да, кстати, тут у моего мастера, у нее экзема еще. Вот. Я, честное слово, я даже первый раз, я так дар речи потеряю. Я ее, на самом деле, встретила в подсобном помещении, схватила за руку, говорю, ты что? Я поняла, что это не какие-то не наши ногти. Думаю, что за дичь такая вообще происходит? Я говорю, ты почему по салону ходишь вот, вот в этом вот виде? Это вообще чего такое? Вот? Я не знаю. Она говорит, это пирсинг. Я говорю, пирсинг это когда в ногтях делают дырку, а не под ноготь приклеивают. Не знаю, может такое что-то креативное, что я не поняла. Здесь вот эти кадры, ну я прям оставила все. Я просто спрашиваю, я говорю, это вот что за... креатив такой. Там один ногти я уже отрезала, то, что я сказала, говорю, мы сейчас это все снимем, потому что ты не будешь ходить по салону красота вот в таком вот виде. Я правда считаю это неприемлемым, и как у руководителя у меня к сотрудникам есть требования, между прочим. Ну, я на самом деле не такая мягкая и пушистая, как руководитель, я достаточно жесткая. То есть у нас есть конкретные правила и трудоустройстве. Все потенциальные мастера предупреждены, что услуги получают внутри салона, чтобы вот с таким вот этим вот не ходить по салону. Потому что, представляете, клиент увидит вот эти ногти и скажет, а что это такое? И вот что вот она здесь скажет? Что она должна ответить? Я пошла в другое место, а почему ты ходишь в другой салон? То есть это нелогично для салона красоты. Поэтому все должны быть красивые, с услугами, полученными внутри салона. Поэтому окрашивание брови и там, не знаю, там депиляция и прочее, что мы делаем, обязательно получается внутри салона. А тут, да, тут кружева на ногтях. Интересная задумка. Нет, я знаю, что кусочки кружева складывают. Ну, короче, не знаю, какую цель там они преследовали, но вот так. Это, кстати, креативное моделирование, если что. Ну, креативный, да, я удивилась такому креативу. Я такого не видала, конечно. Я периодически сама, если это честно, подвисаю на этом процессе снимать, было тяжело. Но это, кстати, не самое было сложное из всего снятия, которое там было, потому что
сложнее всего было снять потом то, что останется. То есть в первый день, когда я заметила вот это вот, я просто их отрезала, и через два дня я ее к себе перезаписала, ну, там, на какой-то там серии 27-28 декабря, там, плюс-минус. И мы сели переделывать. И я попросила, чтобы ее молодой человек ей ногти эти спилил. Он, кстати, у нас мастером работает, ну, такой вот интересный поворот. Он захотел человек стать мастером, имеет право. Вот, я просила его спилить, и он, ну, они сказали, типа, ок. И когда я уже пришла, чтобы она села ко мне на ногти, я обнаружила, что ногти недосняты. Вот, красота, правда? Трофеи. Вот, я обнаружила, что ногти недосняты, я говорю, а почему, собственно говоря, эти самые ногти еще тут остались? Я думала, это как бы облегчит мне мои страдания, но нет, мне досталось вот это. А знаете почему? Потому что чудодейственный гель, которым выполнялось моделирование, естественно, который никто не знает, что за гель. Мне, я говорю, что за гель был, она не колется, молчит. Вот, он из тех гелей, вот напишите в комментариях мастера, которые сталкивались с таким гелем, который вот он какой-то резиновый, ты начинаешь его спиливать, и он очень сильно горит. И все еще думают, что это фреза в этот момент припекает. А на самом деле это не фреза припекает, это припекает вот этот гель. Короче, есть какой-то вот такой материал, я не знаю, как он называется, но он там у каких-то, не знаю, у хороших брендов он не встречается, вот прям честно, да, то есть я же много пробую. А, ну, бывали со мной давно случаи, я не буду сейчас называть бренд, я давно с ними как бы не, как сказать, не взаимодействую, не сотрудничаю и не закупаю это все. Но у меня был такой момент, когда я закупила в салон партию геля, и там случился вот такой вот факапушек. Короче, ты пилишь, и он просто греется. А учитывая, что маникюр свежий, снимать это было вообще адово. А мы помним, что Даша у нас какая супер чувствительная, да, и там не поговори, тут не попили. И вот мы попадаем в такую ситуацию, когда я должна вот это вот снимать, а там, видите, на среднем пальце там уже дырень. Историю происхождения, которую мы не знаем. Ну, ладно, не знаем, и бог с ней, короче. Какая-то дырень, что-то там спилили. Вот, сейчас мы все это уберем и сделаем очень быстренько наращивание на гелевый тип. Сделаем его вообще в другой технике. Мы сделаем его на американский лад. То есть изначально, как оно было задумано, когда я вообще там, блин, ну, условно говоря, 3 года назад эти гелевые типсы в принципе увидела. И когда их в России не было, и никто там вообще не хотел этой фигней заниматься, мне говорили, ты совсем чокнутый, какие типсы на ногти клеить собралась? Они ставили гелевые типсы под кутикулу. Представляете, мы сейчас поставим так, и это жизнеспособная история. Просто это не на нашем, ну как бы не в стиле нашего менталитета. В общем, сейчас будут страдания из серии там, что я делаю этот маникюр, на свежий маникюр, там какие-то пропилы, ну все достаточно стандартненько, но можно посмотреть, пока я рассказываю, что же на самом деле здесь произошло. В общем, мой мастер, ну давайте будем называть вещи своими именами, ее зовут Даша, ничего такого криминального нет. Короче, Дашуня не смогла ко мне записаться, или не захотела, мы не знаем этих подробностей, он сказал, что у меня не было места, я сказала, что ты как бы плохо старалась, кому надо, они все попадают. Но, в общем, возникло у нас недопонимание, Даша почему-то решила сходить на сторону под лозунгом, что у нас нет мест. Вот, хотя все мастера салона, на самом деле, записались заранее, все были с ногтями, но окей, ну, обознатушки, перепрятушки, как говорится, бывает, ну, обшибся человек. Вот, и она не придумала ничего лучше, как сходить на маникюр к бывшему мастеру моего салона. Да, к нашему бывшему сотруднику, сейчас до шок-контент, мой бывший сотрудник делает такие ногти. И тут у меня есть объяснение. Вот, короче, работала девочка, ну, такая пришла, такая зелененькая, мы ее там подлатали туда-сюда, она стала делать там, ну, гель-лак, условно говоря. Потом, ну, вроде как надо человеку расти, старались ей там помогать, она там педикюр делала, ну да, случались там промахи, ну, как у всех, да, ничего такого сверхъестественного. И, значит, она там научилась потом делать гелевые типсы, и мы там с грехом пополам сделали из нее категорию топ-мастера, и у нее действительно была своя клиентская база, те, кому там нравилось, она действительно креативила, да, там старалась делать дизайны, молодец в этом плане. И тут в какой-то момент она у нас заскучала. Говорит, скучно мне, увольняюсь я. Что-то все слишком ровно. Вот я вам клянусь, было такое вот объяснение. Думаю, ну, бывает. А буквально за какое-то время до этого я ее застукала за тем, что она сидела у нас в обучающем классе, там, где у нас лежат материалы, у нас можно отрабатывать там дизайны, техники, там, ну, короче, они там могут делать, что хотят. Вот она и делала, что хотела, отрабатывала она наращивание на нижние формы. Я подхожу, я говорю, слушай, я говорю, ты формы ставишь? Ну, вот задранные, я говорю, у тебя ногти будут улетать туда. Я говорю, тебе нужно по-другому ставить эти формы. Я говорю, подложку надо тоньше делать, потому что, ну, так будет не очень элегантно, не очень изящно. На что она мне сказала, я купила этот, как его, инструкторский курс за 100 тысяч. Мне там все рассказали, у тебя тут гель неправильный, это вот надо не так, я все сама знаю, типа, отвали. Я такая,
Вообще не вопрос. Пошла, отваливаю. Думаю, отвалю. И вот она через какое-то время говорит, типа, я ухожу туда-сюда. И вот там я буду, там она инструктором решила стать по креативным моделированиям. Вот. Стала. Я знаю, сейчас налетят хейт, но правда, ну вот серьезно, нет, чтобы человеку работать, набираться опыта, то есть ей нужна, ну там нужно было больше опыта, я не говорю, что она не может стать инструктором, еще как может, то есть человека там и потенциал есть, и как бы возможность на самом деле есть, но просто нужно чуть больше опыта, то есть ну как бы 18 годиков там или 19, сколько ей было, это еще раненько, потому что ну ты еще дитя в это время, и пока не хватает именно таких навыков, там, когда ты сам можешь себя организовать, когда ты сам можешь собой руководить и так далее, потому что, ну, еще немножко как бы хочется радоваться жизни и веселиться. Ну вот, сейчас мы, кстати, подбираем типсы под размер, и тут прикол подбора этих типсов заключается в том, что мы примеряем их без отступа, точно размер в размер, так делают они там на что-то на заграничном. Вот, ну, короче, ушла эта девочка, решила она стать инструктором, после того, как прошла дофига дорогой инструкторский курс, она стала делать вот такие вот ногти. Хотя до этого она делала нормальные, среднестатистические, адекватные работы. То есть я никогда не говорила, что у меня в салоне мастера делают там какие-то космические ногти. Нет, нормальные делают, чтобы они носились, чтобы было не больно, чтобы было на хороших материалах и все в таком диапазоне. Просто нормальные ногти для нормальных людей. Я вообще считаю, что это, ну, это самое главное, потому что никогда нельзя забывать, что в салон красоты ходят адекватные люди, которые не болеют этими ногтями, которые там, ну, не бьются в припадках там над какими-то там суперидеальными там, не знаю, архитектурами, там микрозаусенцами и прочим. Они просто хотят ногти, потому что это какой-то маленький кусочек их жизни, когда она просто пришла, у меня прошло полтора часа, она сделала ногти и свалила по своим делам и живет свою прекрасную жизнь. То есть вот если мы говорим про услугу в рамках салона красоты, то это про нормальные ногти, про услугу, это разные вещи. Вот я что-то немножко отвлеклась, да? Вот тут вы, кстати, наблюдаете, как я ставлю эти типсы, если затекает, можно на самом деле вытереть. Такой вот прикол. Главное типсу придерживать. Вот, и, короче, ушла она, и вот теперь она делает такие ноготули. Я знаю, что она выкладывает объявления в чатах, там, модель Казань ищет моделей. Телефон надо? Ладно, я шучу. Вот, и делает моделям вот такие ногти. Но то, что меня реально выбесило, это то, что этот человек взял с Даши 2500 рублей под лозунгом того, что, типа, это как модель. Я говорю, Даша, ты это, ну, неумно поступила. Я говорю, тебя немножко сделали. Я говорю, ты скажи, пожалуйста, мне, ты глазами видела, что тебе сделали? Ну, я не смотрела, что-то там она там промямлила туда-сюда. Я говорю, ну ты же мастер, я говорю, ты же понимаешь, что эти ногти там, ну, не тянут ни на сколько тысяч рублей. Ну ладно, там на 1000, да, там они тянут, допустим. Я говорю, почему ты заплатила деньги? У меня всегда этот вопрос. То есть, если кому-то не нравится услуга, качество выполнения, то есть, ну, если продукты испорчены, вы же их не покупаете в магазине. Да, то есть если вдруг у нас в салоне возникает какая-то спорная ситуация, мы ее решаем, и клиент имеет право не оплачивать услугу или часть услуги, это действительно так, это не только у нас, это во всех местах, в этом прикол салона, в этом прикол того, что клиент там защищен. Она говорит, ну она же потратила материалы, время, она работала. Я говорю, то есть ты считаешь, что эта работа выполнена качественно? Она говорит, ну нет. Я говорю, ну вот и все, вот и все. Я говорю, а еще у нас за нарушение правил салона есть штраф. Да, я вот так вот хладнокровно оштрафовала человека. И больше я вам скажу, все это время я делала ей ногти, естественно, бесплатно. Ни разу я с нее не взяла никаких денег, никогда их корректировала и так далее. Ну, вы там скажете, что, Алена, ты же делаешь с ней контент. Ну, как бы там вопрос не контента был. Мне не сильно-то нужен был этот контент, когда просто ей наращивала ногти, для того, чтобы они у нее были. То есть, ну, как бы я, ну, из серии по доброте душевной стараюсь сотрудникам, насколько могу эти ногти сделать, там, может быть, где-то помочь, что-то там объяснить и так далее. Тут, кстати, да, мы уже поставили типс, его бафнули, пришмякали вот таких-то блесток, и сверху я уже перекрываю вот таким блестящим топом, да, что в планах тирк. Вот, поэтому я ей сказала, что она может заплатить за эти ногти столько, сколько считает нужным. Можете потом написать в комментариях, сколько она мне могла за это заплатить денег. Она заплатила. Она заплатила штраф, она заплатила мне за ногти переводом на карту. И также она заплатила, получается, вот тому другому мастеру. И получилась у нее цена этих ногтей очень-очень дорогая. Вот. И я считаю, что я поступила правильно.
мне ее не жалко, я считаю, что это для нее опыт и платное обучение, потому что у нас есть правила, и нарушать я их не позволяю, потому что если не организовывать правильно работу, ничего работать не будет. Вот для кого-то это может показаться абсурдной историей, а я считаю, что если разговор идет о, ну, в данном случае, да, о салоне красоты, о бизнесе, как о салоне красоты, как о бизнесе, то там, конечно, должны быть правила. Абсолютно в любом месте должны быть правила, да, если бы в сети ресторанов быстрой еды, там вот эти вот про точки, да, вы поняли, какой там, не буду на всякий случай название называть, если бы там не было четких правил, то, конечно, это никогда не стало бы, ну, настолько популярным, настолько, ну, глобально известным, да, и так можно рассказывать про кучу компаний, конечно, у меня есть стремление, и я знаю, что здесь будут те, кто скажут, что я вообще прям, ну, пожестила, там еще что-то. Но лично я считаю, что права. А еще я считаю, что дизайн получился очень прикольный. Потому что, когда я втерла втирку поверх топа с эффектом, я поняла, что ногти прозрачные, хлопушков юки не видно, и это вообще некрасиво. И тогда я вспомнила, что у меня есть толстый топ. Это очень густой топ, и он без липкого слоя. Вот этот, видите, им можно, ну, то есть им даже из флакона не очень удобно работать, я беру его апельсиновой палочкой из полипалитры, и вот такие штуки можно делать. Тогда я поняла, что я все-таки доработала тот дизайн сосульки. Помните, я выкладывала, ну, так, в порядке бреда, ради прикола. Мне же сказали, типа, вотри туда втирку. Ну, вот, короче, вариация на эту тему. Дальше были жуткие страдания, когда мы пытались это снять хоть как-то вообще красиво, когда мы пытались передать вот глубину этого дизайна. Вот, и вы смотрите, как это ужасно выглядит. Просто капец. То есть это ужас. Я сама думаю, господи, какой кошмар. Это так красиво моими глазами и так некрасиво на видео. Но прикольно, когда понижаешь экспозицию. Вот у кого яблочный телефон, там можно так зажать и опустить вниз экспозицию. Если что-то блестит, то это вариант лайфхака. В общем, на этом мой рассказ заканчивается. Вы можете писать в комментариях свое мнение о том, что вы думаете по поводу этой ситуации. Но вот я, короче, решаю вопросы или наказываю вот так. Такой вот неожиданный поворот от меня вам.